Подлодка «Казань» была заложена в 2009 году в Северодвинске и спущена на воду в 2017. Крейсер – головной корабль проекта «Ясень». Это значит, что он первый построенный из серии. Военные, которые будут на нем служить, могут прислать на завод некоторые замечания и пожелания к следующим версиям. Необходимо понимать, что практически любое замечание личного состава, даже перенос элементарно там, светильника на полметра вправо или на 5 сантиметров влево, требует определенной проработки. Сначала проектант разрабатывает техническую документацию на этот перенос, потом, естественно, завод уже в соответствии с этой документацией это все делает. Командует экипажем «Казани» капитан первого ранга Александр Бикетов, которому выпала честь впервые поднимать Андреевский флаг на корабле. Подводный крейсер зачислен в боевой состав Соединения подводных сил Северного флота. Он оснащен крылатыми ракетами, которые могут поражать наземные, надводные и подводные цели. Александра Клепцова, ТВ-21+.